Здравствуйте! В субботу 1 февраля 2020 года на 137-м километре автодороги Санкт-Петербург-Псков в районе 7 часов утра столкнулись два внедорожных автомобиля марки Land Rover и Сан-Йонг. Оба водителя погибли на месте происшествия. Как стало известно, мужчина 1981 года рождения, управляя внедорожником Land Rover, не справился с управлением и на большой скорости допустил столкновение со встречным автомобилем марки Сан-Йонг под управлением мужчины 1955 года рождения. Удар был такой силы, что один многотонный внедорожник перевернулся на боковую часть, второй съехал с дороги и улетел в кювет. На место аварии оперативно прибыла скорая медицинская помощь, но, к сожалению, никого из водителей спасти не удалось. Инспекторы ДПС проводят проверку. Все обстоятельства случившегося уточняются. Обращение к водителям. Уважаемые участники дорожного движения, просим вас быть предельно внимательными на дороге. Соблюдайте скоростной режим, помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Соблюдайте безопасное расстояние, будьте аккуратнее при совершении маневров. Всегда помните, от вас зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Не отвлекайтесь ни на какие телефоны или иные какие-то моменты, которые могут вас отвлечь. Все внимание только на дорогу. Одна необдуманная ошибка может лишить жизни не только того, кто ее допустил. Перед началом движения лишний раз убедитесь, что никому из участников не создаете помех. Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. Подписывайтесь на наш канал, делитесь данным роликом с друзьями и знакомыми. Может, хоть так до большинства водителей дойдет, к чему приводят их необдуманные поступки. Каждый день в России и во всем мире случаются смертельные аварии. С каждым днем их становится все больше и больше. По статистике, большинство из них происходит по каким-то глупым и необдуманным поступкам водителей. Всегда старайтесь держать под контролем всю дорожную ситуацию и то, что происходит вокруг вас. Желаем вам всего доброго и только хорошего. Всем отличного настроения и пожизненной удачи. Всегда и везде берегите себя. Благодарю за внимание. Всем пока.